Прокуратура города Машанска проведена проверка по жалобе местного жителя о нарушениях природоохранного законодательства муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» города Машанск. Проверка установлена, что на балансе муниципального унитарного предприятия находятся очистные сооружения. Выпускная труба, через которую предприятием осуществляются сбросы очищенной сточной воды, водный объект реки Цена находится в районе села Коршуновка. В соответствии с действующим законодательством предприятие обязано разработать и осуществлять программу производственно-экологического контроля. Такая программа на предприятии имеется, однако на практике она практически не исполняется. Так, исследование по микробиологическим показателям в местах отбора проб проводилось в августе 2017 года на токсичность во втором квартале 2016 года, в то время как делать это необходимо ежеквартально. Контроль за соблюдением стандартов нормативов в области охраны окружающей среды при ведении производственно-хозяйственной деятельности предприятия возложен на эколога-технолога очистных сооружений муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» города Машанска. За несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов прокуратура возбудила в отношении указанного специалиста дело об административном правонарушении по статье 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Контроль за соблюдением требований природоохранных и санитарных органов возложен на главного инженера предприятия. В этой связи прокуратура также возбудила в отношении названного должностного лица дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований к охране водных объектов, которые может повлечь их загрязнение, засорение или истощение. Материалы об административных правонарушениях направлены для рассмотрения в управлении Росприроднадзора по Тамбовской области.